Теперь мы с вами рассмотрим такой раздел, как оценка. Как же вам узнать, какие оценки вы получили? Итак, мы переходим к такой панели настройки. И мы видим такую ссылочку оценки. Нажимаем на нее. И мы с вами видим все элементы, которые мы с вами выполнили. 10. А нам надо набрать побольше. Для того, чтобы узнать, сколько мы должны набрать, мы можем это посмотреть на главной странице. Так, мы на главной странице видим такой раздел «Описание курса». И в конце этого курса мы с вами можем посмотреть, как же наша оценка будет складываться. Так мы видим. За форум 10%, за экзамены 15%, тесты 15%, письменная работа. Чтение 10%. И если мы выполним все элементы, только тогда мы сможем с вами иметь полноценный 100 баллов. Нам нужно набрать с вами именно 100%. Если все в совокупности посчитать, это у нас будет именно ровно 100%. И другими словами, 100 баллов.